Коммунальщики Ноябрьска готовятся к отопительному сезону. Хуже всего обстоят дела с теми домами, где непосредственный способ управления – таковых 360 строений. Но около сотни из них до сих пор не позаботились о подготовке инженерных сетей к холодному времени года. Если это не будет сделано до сентября, то ресурсоснабжающие организации вправе отказаться подавать в такие дома тепло. Не выполняя данные мероприятия, эти люди, ну, граждане нашего города, берут на себя ответственность о том, что в случае неполадок на их инженерных сетях, либо аварийной ситуации, эта аварийная ситуация может повлечь за собой то, что это будут отключены не один-два дома, а десятки домов, потому что в основном это поселки, где техническая возможность отключить отдельно стоящий дом, потому что люди им не занимаются должным образом, нет такой технической возможности.